Привет, ребята! Сегодня мы будем делать поделку из пластилина, которую можно будет использовать как елочную игрушку. Возьмем картон и обведем ручку ребенка как варежку. Выбираем цвет варежки. Я выбрала темно-фиолетовый, можно взять синий или красный. И замазываем весь фон. Меховушка у варежки будет розовая. Можно также сделать беленькой или желтой. Отрываем кусочек и размазываем по всей плоскости. Потом берем стек и делаем вот такие надрезики, как будто это пушистый мех вокруг варежки. Далее надо украсить нашу варежку новогодним рисунком. Сделаем на нем бычка. Берем небольшой кусочек розового пластилина, скатываем шарик, потом сплющиваем его, делая овал. Это будет носик. Из серого пластилина лепим голову, делаем карандашом носик, стеком ротик улыбается и глазки из белого пластилина. Осталось сделать рожки и уши. Далее берем зеленый пластилин, отрываем кусочек и формируем елочку треугольной формы. И стеком делаем фактуру нашей елочки. Пока елку не прикрепляем к варежке, потому что нам нужно сделать еще тело и лапки. Из серого пластилина делаем лепешечку маленькую, это будет тело, он будет выглядывать из-за елочки, поэтому там сильно не видно. И делаем лапки, катаем колбаски серые, на краде колбасок делаем черный из черного пластилина копытца и загибаем так, как будто он, бычок, держит нашу елочку. Вот так вот осталось сделать нижние лапы, на которых он будет стоять. Чтобы была композиция устойчивая, сделаем белый снег под ногами. Вот так вот. Осталось украсить нашу елочку и сделать вокруг снежинки. Вверху варежки можно проделать дырочку и завязать ленточку. И такая игрушка украсит любую елочку. А на задней стороне варежки можно подписать имя, возраст ребенка. И на следующий год вспоминать, какая была маленькая ручка.